Няня-убийца признала свою вину сегодня в ходе заседания суда. Гульчхира Бабакулова согласилась с обвинениями. Напомню, ей вменяют убийство 4-летней девочки в Москве. Законный представитель подсудимой Александр Гавердовский заявил, прокуратура просит отправить подсудимую на принудительное лечение. А там уже все будет зависеть от вердикта врачей. По окончании срока лечения, как правило, скажем так, сотрудники больницы должны у нас, насколько я знаю, по закону обратиться в суд с соответствующим как бы ходатайством либо продления лечения, либо уже о том, что человек вылечился, излечился. Напомню, Бабакулова приехала из Узбекистана и устроилась няней в московскую семью 29 февраля, когда Гульчхира осталась 4-летней девочкой наедине. Она подожгла квартиру и убила ребенка. Экспертиза установила, что фигурантка страдает хроническим психическим расстройством.